кто из нас пойдет на митинг 7 числа? Чак Аль Магро. Один идет. А я просто не... Тишина в зале! Решил. Постановление судей Симонского района суда города Москвы 2 октября 2017 года по делу о смертельном нарушении пресс-службы части 8.20.2 в отношении Навального Алексея Анатольевича оставить без изменений жалобу защитника Михаила Ивановича. Обзор интересов Навального без удовлетворения. Что студенты поняли, почему будет бесполезно быть юристом в России? Да. 7 октября все выходим куда? На Тверскую улицу. Девушка, камеру выключи, пожалуйста. Не трогайте. Слушай, положи, положи карман, пожалуйста. Всем пока, счастливо. На сегодняшнее заседание Алексея Навального доставили лично из спецприемника. В ходе процесса он рассказал, что его штаб в Нижнем Новгороде действовал законно, когда согласовывал акцию 29 сентября. По его словам, местные власти сначала согласовали заявку на митинг, а потом неожиданно отменили это решение. Навальный также подчеркнул, что каждый пятый день своей избирательной кампании он проводит в спецприемнике. Этот арест уже третий арест Алексея Навального за этот год. До этого ему назначали по 15 и по 25 суток ареста за акции 26 марта и 12 июня. Сейчас он отбывает наказание со 2 октября. Алексей Навальный назвал этот арест подарком Владимиру Путину на юбилей и призвал всех своих сторонников выходить на массовые акции 7 октября, день рождения Владимира Путина.